Да, и надеюсь, что просто так по ощущениям, по тому, как я выглядел, в принципе, и я доволен, и мной довольны были. И надеюсь, что буду пытаться на следующий год тоже как бы это все сделать и, возможно, даже сыграть и летнюю лигу и опять как бы попробовать вернуться в НБА на тот уровень. То есть я думаю, шансы все равно есть, потому что, я же говорю, как бы это лето, оно мне дало как бы, Платформу да, такую. платформу, что